Всем привет, ребята. Привет, привет, привет. 8 минут мы пытались соединиться, наконец соединились. И это будет финальная серия компании Криса. Где мы вообще тут находимся? Что тут вообще происходит? Ты забыл, что ли? Вообще забыл все. Мы же на подлодку отправились. А, точно, из подлодки. Точно, из подводки. Убивать этот. Наоборот, спасать. Ну, убивать врагов, спасать, ну, да. Шерри, да. Шерри и этого сына дяди плохого. Да, Вескера. Забыл, как его зовут. Джейк. У тебя вот какое-то говно на лбу. Alright. Это грязь, что сразу? Ну, так выглядит, если... Что ты делаешь, Крис? Что-то играет, нажимает, нажимает. Играет в компьютерные игры. Думаю, все готово. Разблокировано. Убил. Ну конечно, да, да, да. Они нас нашли, блин. Так, по патронам что, я не помню. Вообще я ничего не помню. О, у меня 71 патрон. Понял. Пистолета. Нам сюда. Так, подожди. Может, осмотримся сначала? Ты осматривайся. Я не хочу просто на твою попу смотреть, я выпал. Я, мне придется смотреть, да, на твою? Да, так потому что каждую серию на твою жопу смотрю. Там ящики. Я не буду смотреть, я попу. А мне приходится смотреть на свою жопу. Ой. Я почему-то перевернулся, я поплыл в другую сторону. Все, я прополз. Или не прополз. Прополз, прополз. Там пулемёты какие-то. О, патрончики. Умел. Ты задолбали меня эти умения уже. И ты ящики. Подожди. А с другой стороны ничего? О, тут можно спрыгнуть, Сань. Тут можно спрыгнуть, а тут можно перепрыгнуть, да? Давай, я тебя кидаю и прыгаю туда сам вниз. Давай. Их-я-о! Ух. Чемпионы мира, блин. Тут, мне кажется, мне тебе надо... Есть. Да, выключить вентилятор, Сань. Вентилятор. Вентилятор. У меня камера направлена вообще в шопу какую-то. О, я эмблему нашел. Отлично вообще. Я не тут... зря спустился. Okay, it's off. Отключил? О, только... тут жопошники бегают. Только не включай. Пулемет! Ты там только не включи вентилятор обратно. Да блин, у меня жопа! Что? Еще один вентилятор. А мне тут жопа! Дайте, говорит, минутку. Давай, Сань, у тебя минута. Я живой. Мне живой. Нравится начало этой серии, я просто бегаю. Я живой. Я живой. Я живой. Я живой. И тут еще один вентилятор. Какие у вас жопу? Я живой. Я живой. У тебя гранаты есть, если что? Какие гранаты? Тут у меня есть пулемет долбит. Подожди, я хочу его убить. Возьми снайпер туда. Разберись. Все, минус один. О, я нашел ящик. Минус второй. Все, давай, вентилятор. О, твоя задача. Отлично. Капитан, неужели вы такой толстый, что приходится, блин... Меня просто расплющило бы, если бы я пошел. Что это сейчас такое происходит? Вентилятором-то. О, они с гранатометами! Я бегу к тебе, Саня. Мать моя женщина, скользю. Мама! Мама! Скользю или скользу? Скользю. Как правильно? О. Мама! Ой, тут ходит кто-то, Саня. Да мне тут жопа! Я вообще не знаю, я сзади могу к ним подойти спокойно. Так, подойди! Да мне сейчас жопа будет. Что это со мной? Все, я к тебе еду. Да мне все. Я к тебе еду. Меня сожрал, урод. Все, мне жопа. Мне жопа. Я бегу, Саня. Он промазал. Он промазал. Он промазал. Он по мне промазал ногой. В последний момент. Ай, меня схватили сразу и едят. Да сволочь! Фух, это красиво было. Саня! Чё, опять? Так он тут меня пинает! А у меня жизни нет. Отбеги от него, отбеги.
Жди. Получи. Получи. Фу. Я тебя как спас, а? В последний момент. Вообще жопа. Ты бы видел, как я маневрировал под его ногами? Ты бы знал, что мне пришлось там делать. Где он? О, нашел. Чё из него? Чё из него лезет? Ой-ой-ой, уходи. Это чё? Может, мы просто пойдем? Он взорвался. Нет? Подожди. Я вот думаю, может, просто давай уходим? О, трава красная. Где, стой, где, где? У меня тут была. А, у меня умение. Тебе лечиться надо? Саня, тут был пулемет. Почему ты за него не встал и всех не расстрелял? Объясни мне. Потому что в меня гранатометом стреляли, Александр. У тебя есть лечение? Да, я говорю, тебя вылечить. Давай, давай, давай. Я пока к тебе добежал, там надо было три кнопочки нажать, лифт опустить. Ой, прям проблема. Ну я просто ни с кем не связывался, так бы я бы... А мы тут всех надо было убить, 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 убить. И меня чуть не съели. Ну я ж тебя спас. Нет, головожоп, короче, съел, в жоп засунул. Головожоп? Да, там какой-то, ну такой, вот такой вот. Да, да, самый опасный тварь. Вот у меня сразу же все жизни исчезли. Ой, сзади тоже, Саня. Пофигу вообще на них. Подожди. У меня проблемы с патронами. Сейчас я их убивать буду. Он идет, идет, идет. Сейчас он взорвется. Отлично. Не, нафиг, я только с этой снайперки буду бегать. Хоть у меня там мало патронов, но я буду только с ней бегать. Она мне спасает жизнь. Пошли дальше. Она мне спасает жизнь. Я буду, как, знаешь, аутисты сами с собой разговаривают. Да. Раздвигаем двери. Иди сюда. Он сейчас превратится. Да, он сейчас головожоп превратится. А, нет. В глисту. Блин, вот головожоп. Сзади всё. Там кто-то есть еще? Нет, все, вроде. О, гранатка, это хорошо. Опа. Здрасте. О, нет. О, что это из него лезет? Это этот, армрестлер. Саня, аккуратно. Фух, успел. Там еще один. Зеленая трава. Да с... Ты в меня не попадешь. Так, проблема-то в том, я в хотя... Ой, взрыв, патроны. Взрыв, Саня. Да патрон, у меня нету патронов. Подожди. Лови. Ты там живой? Я упал. Я в какашках каких-то был только что. Расплескал жидкость. Расплескала синего. Расплескала. А сколько их? Взорвись. Ба-ба! Саня, отходи от него. О, блин. Он же может... Я чуть его вообще не увидел. Скушать. Попу засу... Подожди, я все подобрал? Дверь автоматическая, что ли? Да, да, да. Они подходят, а дверь открывается. О! Не тушите. Да, 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 я так же вышел, Саня. Не тушите, можно взорвать или нет? Да. Нет. Не получается. О, нет, только не ты. Ух. Все. Чувствуется. Ревешь? Чувствуется, что последний уровень, последняя глава. Фу. Столько врагов. О, столько ящик. Мозгов по стенам. Да задолбали, почему не патроны? Блин, одни умения. Ой, тут много умений сейчас будет. О, Саня. Они... Патроны для гранатомета. Да, да, да. Ты такой счастлив. Это что было? Порадоваться не дают. Это ты знаешь, что другие патроны там? Ну и чё, их можешь менять? На Y, да, нажми там. Да, 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 да. Только их надо перезарядить сначала. Так я перезарядил. Куда вообще идти? Ты какие зарядил? Кислотные или? У меня какие? Сейчас я скажу. Какие. Синие или желтые, короче, зарядил? Синие такие. А я желтый, вот как раз. То есть у тебя обычные, у меня кислотные. Так, вот так. Нам сюда. Давай, автоматическая дверь. Это специально для нас делали, чтобы мы не выбивали. Да, да, понимаешь, да. Задолбали. Он с гранатометом стоял, он, знаешь? Да, с ракетницей в упор стреляет. Это просто... знаешь, как это? Скажите этому придурку, что если он выстрелит, то взорвет всех. Это самый этот мем. Да, да. Эти стреляют, им пофиг вообще. Все, пошли. Двери уже боятся нас.
Ну, сами открываются, я и говорю. Ой. Нашу коллекцию не хотят. Мы не в ту сторону идем, знаешь, это... Я проверял, есть ли там. О, мне нравится этот рычаг, я тебя его дерну. Да, и там кнопочка, да, еще? Нажать ее надо. Ты любишь кнопочки нажимать, я люблю рычаги дергать. Ждем лифт. Там-та-та-там. Так, никого. Слава богу, такая музыка. Нажимай кнопочку. Что-то там... Сверху не упадет на нас. Две отметочки. Нет, сверху никто не упадет. Да, две отметки, наверное, два рычага, нет? Они рядышком. О, тут много рычагов. Ну-ка, что это? А, нельзя. Да. Нельзя. Ну давай. Контрольная точка. Что-то мне не нравится. Две минуты у нас. Что надо сделать? Жопа. Продержаться, я так понимаю. Что он делает? Только не вы. Сдерживайте врагов. Саня. Ну что, гранатомет? Если что. О, все. Да блин, сверху снайпера, Сань, сними. Да ж... Где он? Где снайпер? Да сверху, сверху. А, вижу. Он меня задолбал просто. Че один? Это ад, да, разговаривать с нами? Угу. У меня тоже кислотные, что ли? Так, тут справа еще повылезали сами. А, это замораживающий синий-то. Да, да. Короче, стреляешь и... О, блин, опять снайпер. Еще. А, фак! Something tells me this new creation is... Fuck my... Here, can you get through to HQ? Пир, связывайся со штабом. Наверх надо подняться. Снайпер, сволочь. Куда? Муха. Там лестница. Роджер. Поднимаюсь. Ты живой? Тут очень плохо все. Я на них. Я на себя, короче, их отвлекаю. Давай. Всех заморозил. Красавчик. Все, отходим. 10 секунд. Связаться со штабом, Саня. Я наверху, что мне делать надо? Заморозил. Нет, нифига не заморозил. Ай, я ничего не вижу. Отлично. Муху не заморозить. Проблема, короче, я тут ношусь. И вас не вижу. Опять снайпер, что ли? Там идет тебе мух. Саня, прости. Я сейчас не знаю, смотри там. Поднимайся на лифт, давай. О, все. Что это? Где ты? Внизу. Бегу. Фу. Спасибо. Мы квиты. Живи, брат. Серию. Есть у тебя лечение? Я вылечил тебя? Нет? Нет, ты меня просто ударил по сердцу. Нет, а потом я еще лечилки на тебя рядом с тобой делал. Не помогло. А, все. Сзади меня там застреляли. Так, блин, у меня перезарядка вовремя. Я на него нацелился, у меня перезарядка. Пипец. Ты там что-то наверху должен сделать. Да там ничего нету. Я тупой. Плохо, что если это второй вариант. Ничего, ничего. Там... Так, ну что, заново все, да? Патроны-то есть у нас хоть? Есть. Так, перезаряд. Капитан. Подожди, капитан. Ледяные только в крайнем случае на этих больших используем. Капитан. Замораживающие. Капитан! Так, сразу снайпера, Сань, сверху. Да там нету его сразу. Он сразу меня стрелял в прошлый раз. Да? Ну ладно. Я нижних, ты верхний у вас. Сразу давай. Ида? Блин. Попал, нет? Хорош.
Так, вон, встают, ребятки. Блин, еще один. Я наверх ушелся. Давай. А, это правда, тут еще один снайпер. Сейчас помогу. Ну как так-то? Ой, бред. Что да? Я ударил по лежащему, а он встал в этот момент и... В итоге он рычаг нажал все. Ничего нету. Так это рано ты пока было побежал, ну ладно, сейчас. Понеслась. Так, еще один надо выстрелить в него. Заморозка. Все. Два ледяных выстрела, Саня, два удара по этим большим. Это что он здесь делает? Большой? Да. Залез к тебе. Ледяные выстрелы, Саня, ледяные выстрелы. Добей его. Ой, мухи. Как все плохо. Ну давай же, Крис. Ой, меня сейчас убьют опять. Ты где? Внизу? Да, ты... меня мухи. Бегу! Я его заморозил. Капитан, Саня. Капитан дальнего плавания. Давай, 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 да, снайпер. Жму же! Меня снайпер. Блин, достань, ты дура. Патроны. Ну ты где там? Александр, я не могу ничего сделать. Как так? Я вокруг тебя бегаю и ничего не могу сделать. Я уже сам оправился, потому что... Херня, блин. Стой, стой, стой. Давай, лечи быстрее. Все, отлично. Снайпер, снайпер, снайпер. Да блин, опять попал в меня. От него не увернуться. О, еще что-то прилетело в меня. Бегу. Я даже ничего не могу сделать, я только да стою. Вот, я про то же, блин. Я только вижу, что ты вздыхаешь. О, боже мой. Так, все у нас плохо. Я пошел наверх. Давай, давай. Снайпер. Ага, промазал. Вот он ты, гад, а, вот он ты, тварь. В упор расстрелял. Он из своего снес? Да там у него рука выросла, муха. Да блин, опять муха меня. Три секунды у нас осталось, ну, да, все. Все, отлично. Ты же... Нет? Да, все. У меня очень мало жизни. Открывай запрет. Аня? Иду, иду. Все? Вы всех убили? Да. Нет, тот там орет еще. Да иди сюда уже, капитан. А меня сейчас стрельнут! Вовремя. Патронов нет. Ну, черт, да что с камерой? Уходим, все, уходим. Давай, давай, уходит, давай. Саня. Да сейчас я... Как бы тебя там спасал? Ничего, Саня! А, блин, ну чё ж так долго ты, ну? Муха! Давай, 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 давай! Уходим, уходим. Это потно было. Жесть. А я не знаю, как мы сейчас дальше пойдем, потому что у меня там капелюшечка вообще здоровья. Пипец. Это надо было там выживать просто. Да главное, тебя сносит снайпер, в этот момент еще ракета в тебя летит. Ну? Еще бьет тебя. О! Так а че, они вроде нормально. Крис! Да, а, ну да, Крис же их освободил, точно. Там что-то намухлевал. А где мы вообще? Что за место? Это в лодке, где там такое место может быть? Ну, резервуар такой огромный. А, ну там соединились мы куда-то, может, перебрались? Может быть. Подводная станция, Амбреллы, я не знаю. Но подземные были, теперь подводная. О, он сказал, что он убил отца. Не ты один, Крис, не ты один.
Там еще была Шева. Ты бы знал, кем он был, твой папаня. Go ahead. Shoot. You have every right to. Just promise me you'll survive. The world depends on it. Who the hell are you to tell me what to do? Stop it! Put your gun down! Now! Tell me. We just following orders? Or was it personal? Both. Jake, please stop. Put a bullet just in your head. Put your gun down. Drop your weapon. Don't do this. There are more important things at stake than you and me. Ой, сейчас что-то будет. Сейчас кто-то встанет. Сейчас-то кто-то такой встанет, что мы ляжем сразу. Да, потому что у тебя капелюшечка жизни. Все, давайте не будем. Гайз, ну ты и гайз. А у тебя сколько здоровья, Саня? Две полосочки. Два этих квадратика. Да. И ноль трав. А, нет, есть у меня одна. У меня тоже одна, давай вылечимся. Сюда. Я. Вот, хотя бы так. У меня четыре теперь. Ящики. О, ящики. У меня три. Патроны, блин. Уж траву дали. Ну, мелкий. Вы чтоб траву дали. Это такое за жидкость, Саня? Ой. Сопли. Тут куча рычагов. Ты куда-то прибежал, я смотрю. Симуляция выпуска хаоса. Заражение 20-60. 100%. Все, все, вся земля заражена, да? Отлично. Что это за дерьмо? Сань, скажи, что это за дерьмо? Я нажал что-то. Это конец света. А, это гигантский кокон, который вылупится, и все будет. Just a bit. We gotta get out of here and warn you. Я готов. Вы с этой, с Шерри должны нажать на другой стороне. Так я готов как бы. Она бежит к тебе, бежит. No. Just so we're clear, you and I are not done talking yet. А мы тут базарим. Все еще выясняем отношения. Вы тоже едете куда-то, да? Кто стреляет? А, понятно. Кто стреляет? Я не вижу. Да, вон, у нас. Ой, у вас там проблемы, да? А мы тут спорим все насчет Вескера. Вам помочь? Борьте, а мы воюем. Причем у нас тут их пипец сколько. Крис, ты такой дурачок, а? А чё они к нам только, блин? Не-не-не, вот у нас тоже есть. Вы там спорите, а мы страдаем. Ничего себе Джейк творит, Саня. Ну, такой вытворяет. О, это чё, кто такое? Вы где вообще? Мы, а, вижу. Мы к кокону поднимаемся, ты заметил? Да. Там сверху у вас проблемы. И у нас тоже, кстати, с ракетницей. Одна большая проблемка. Давай, Крис. Воу. Блин, как я не попал-то. У меня над ухом ракета пролетела. Живите, Александр, вы сверху. Блин, меня бесит это немного. Да блин, ну спасай меня, пчелка. Шерри. Это пчелка она, блин. Ой, Сань, у тебя там все плохо, я смотрю. Да? У нас не лучше на самом деле. Потому что Шерри.
Знаешь, что делает? Да я... А, что она делает? Вам спрыгнули. Я одного убил. Спасибо. У тебя что-то там вообще тоже проблема, да? Потому что снайпер, я только на него нацелюсь, он меня стреляет. Шерри! С пулеметом, Шерри! Мне обздец сейчас будет. Как нам весело выживать с маленьким количеством здоровья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Патронов у меня больше нет. Вот. Фух, я увернулся. Все, мы приехали, нет? Да, приехали. Да толку-то, что мы приехали, блин, у меня жизни нету. У меня одна. У меня тоже. Да? Великолепно. И мы идем на босса. И мы идем на босса. Вот на этого. Из него что-то лезет. Вот дерьмище-то. О боже мой, что это? Медуза. Что, почему-то нажимать надо, нет? Вроде нет. Это, я не знаю, водный скелет медуза. Вообще, херотень. Какой-то красный херотень. В нее надо стрелять, я думаю. Ну. Ты посмотри, какой он огромный. We got it from here. Let's go. Wait. Hey. Они уходят, Сань. Остаемся вдвоем. С огромным количеством жизни, да? Да. И с огромным количеством патронов. Ну, патроны вроде есть. Нету. Так, теперь действуем. Что нужно делать, надо понять сразу. Жопа. Одна ошибка у нас только, и все. А! Бежать. Куда? По лестнице. По лестнице. По лестнице, Саня. По лестнице. Бегу. О, как я вовремя. Саня, 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 Саня! А, башка. Так, куда дальше? Вперед. Просто беги. Вперед, просто вперед, беги, вперед. Пожалуйста. Не останавливайся. Так. Саня, давай за мной. Да бегу. Дурацкая камера. Дурацкая камера. Почему она постоянно меняется? Она дурацкая камера. Вау. О! Саня, ты нужен быстрее. Да какой иди ты в жопу! Ну так давай! Давай, Б еще раз Б, нет? Да, давай, давай! Он уже тут, он уже тут! Да-да! Фух, бежим дальше. Так, ладно. Что за камень? Остановись-то! Эй, я застрял! Я тоже! Да руку убери, сволочь! Тебя ударил, да? Половина жизни. Я как пробежать? Как? Все. Стрелять, наверное, надо было в него, нет? Куда? Отстань от нас, дружище. А, в голову. Да все. Поздно сообразили. Берс! Ох, вот это полоса препятствий. Жопа. Так, ладно, сейчас хоть знаем, что делать. Сразу на лестницу. Да я понял. Ой-ой-ой, он тебе по спине проехался, по-моему. Что за слизистый? Так, смена камеры, готовься, Саня. Да, это понятно. Какая жесть, а. Там потом Б надо будет ждать. Догоняй-ка меня. Давай. Ну! Еще разок сейчас. Можно я тебя оставлю? О, у нас жизни же все сейчас. Точно, это ж читерство. Работает. Так, это ладно. Вот сейчас что нужно делать, я не понимаю. Воу. Отлично. Вставай ты, ну, Крис. Я бегу, мне есть что. Ёп, сельмо, сельмо. Какой же он страшный. Камера, камера, камера. Она постоянно меняется. Блин, надо быстрее скользить было. Так да, я скользу. Ага, скользил ты, ты лез. Ну только сначала, потом ты проскользил. Быстрее, я Саня. Я тебя обогнал. Давай, давай, Саня. Не отставай. Это долбанная камера, это жесть. Оп.
Я не вижу, куда я бегу, блин. А беги просто вниз. Так, 5Б. Да, давай, стань. Так давай быстрей. Я нажал. Еще раз. Капитан! Капитан! Ой, там рука опять. ПДДыщ! Последний момент успели. Да ты что такой толстый-то, а? Б. Пять. Нет, голова. Есть. Пошли, Б. О, бля! Давай, ну! Давай, ну! Давай. Ну! Что происходит? Quick time event, Саня, готовься. Че, успел все нажать там? Да. Вон он сюда. Уверен? Ну так больше просто нет, чтобы. Фу. Так, быстро все перезаряжаем. И вот здесь мы будем биться, я так понимаю, наверху, да? Ладно, хоть все, все здоровье у нас теперь. У меня есть еще замораживающий херотень. Вон у него в груди есть. Сердце. Сердце бросится на волю! Сволочь, меня сейчас чуть не съела. Так, я тут ящики собираю. Саня, здоров? Да. Ну, как сказать? Сейчас так не так-то. У него там сзади кишки жопа торчат. Ну вот, в них надо стрелять. Да, в них надо стрелять. О, патроны. Да, патроны. Я там. Патроны. Расчистил пока. Я там тоже открыл вниз. Так, кишки. Там в голову надо стрелять, если честно. Голову все-таки? Ну там показывают вроде голову. Там в голове у него ничего нет, не светится даже. Мне кажется, в сердце ему надо, вон в груди, видишь? Вижу. Так, мы не должны его выпустить по-любому. Патроны. Ух. Эпик этой серии зашкаливает, ребят. Я пошел за патронами. Так, я не знаю, ну. Он там по центру что-то делает, пока не опасен особо. Я даже не знаю, кислотные заряды в него что ли повыстрелили. Ах, ты попал мне. Короче, если долго стоишь на одном месте, Сань, то готовься к ударам. О! Я упал в него. Куда ты именно попал, Саня? Просто стрелял в него. Ему плохо, я смотрю. Он лег. Все? Я ему в сердце долбил кислотными. Знаешь, может, сколько я в него долбил снайперкой туда? Ой, это что такое? А, все тонет. А как мы выберемся, кстати? Мы же подводные лодки. Каком кверху. У нас нет ни костюмов, ничего. Мне кажется, он не сдох. Да тоже. Что-то как-то легко было. Не. А вот и я. Вы думали, я пропал? А фиг вам. Ну как сказать? Немножко мокрый. Просто уходите отсюда, ребята. Хорошая идея, Сань. Ну да, сейчас он появится. Боль. Раз что-то булькает, значит, что-то дышит. А что-то дышит, ну. Ух, ну ладно. Это было несложно в конце. Ну как, у меня патронов нету, если что. Это как калаш. И пистолет есть. Пулемет. Ладно. О, тихо. Нам тут патроны дают. Где? Значит, это не конец. 100%. Ну вот он,
Fuck my... Там опять убегать, да? Привязался. Давай, давай, Саня, Саня, Саня. Ты куда? Не в ту сторону-то. Там камера, что ты делаешь? В руку стреляй. Что я нож-то взял? Саня, стреляй в руку. Да не могу, так... Я не успел. Все, да, хана? То есть надо успевать. Да, мы не успели туда. Короче, это смерть. Мы сгорели. А, так только ты сгорел. Капитан. Почему только я? Мы шепотом были. То, что ты заорал, капитан, это не значит... Только ты сдох, чё ты? А, тихо, патроны. Мне кажется, надо этими гранатометом у него стрелять в руку. Чтобы... Сразу он отвял. Садова. Давай, давай, давай. Ты куда полз? Я куда я полз? Там стик чуть-чуть вправо дернешь. Я залез. Камера. Хорош, Саня. Идем, 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 идем. Ты успел? Да, да, да. Долбанная камера. Камера, сволочь. Быстрее. Все закрывается, да? О, давай, давай. Блин. Да блин, что за... Пошли, все. Пошли, пошли. Не успеваем. О, я успел. А, я не успел. Ах, чуть-чуть не успел, блин. Ты, Саня, чуть-чуть не успел. Я прям там в миллиметрах успел. Это желтое, да, надо нажимать? Да, да, да. Я просто в стену врезался, я даже не прокатился. Он просто в стену бах и все. Дубль 3. Fucking shit. Где патроны? А, вот. Ну ладно, погнали. Стой. Son of a bitch! Son of a bitch! Captain, we're out of time! We gotta go! Куда я ползу? Быстрее, сукин ты сын! Успел там, нет? Да. Давай, стреляйся. Да встань, блин! Я успел. Я не успел опять! А, не успел. Там сквозь, да, прошел? Да. Я так же проходил в тот раз. Фух! Рука будет. Как так-то? Там же никто не мешал. Так вот именно, что я просто тык проскальзывал, он туда в стенку. Бам-бам-бам-бам. Хотя там дырка еще большая. Ладно, я молчу. Бомбиться не буду. Так, рубль 4. Мне кажется, мы самое сложное уже прошли, и сейчас фейлим, да? Captain, we're out of time. We gotta go. Отлично. Жаль, мы... Все, погнали. Сейчас камера будет, да, налево. Так, вот тут просто проскользить. А, я в тебя врезался. А, вон оно почему, Саня, я в тебя врезаюсь. Ты в меня врезался, видимо. Видимо. Блин. Надо аккуратней. Крис! Крис! То Кэптэйн. То Кэптэйн, то Крис, то... Эй, урод! Сок инсейн. Надо бежать как-то широко, чтобы друг друга не задевать. Я там в панике, блин. Попробуй побеги тут. Как надо. Ой. Попытка номер 5. Captain, we're out of time. We gotta go. Чё так далеко отскочил? Чё, всё? Да-да. Я как-то не сразу сообразил это. Ты живой? Да-да-да. Давай, скользи, потом я.
Мне просто так прошел. Что за бред сейчас был? Я тупо врезался в дверь, Саня. Вот! Невидимую. Каптен! Я надеюсь, это не баг какой-нибудь? Каптен! Кто вторым бежит, тот не может пройти эту створку. Тупо. Причем на этой же створке все запинаемся. Так там никто не мешает. Не, первый раз-то мы прошли ее как. Ну да. Ладно, сейчас все будет. Там, мне кажется, скользить не надо. Я просто пробежал. Ну ты успел, а я-то не успел просто. Captain, we're out of time. We gotta go. Че ж так далеко? Фак, 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 фак! Ты что, не успел? Успел. Патроны вовремя, Саня, у тебя. Пошли, 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 пошли. Да в смысле? Вот опять. Бред. Это так криво. О, боже мой. И в тебя обмазался. Причем ты первым бежал. Ну. Я такой, подкат сделал просто в невидимую стенку. Да, 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 то же самое, я видел. Ладно, сейчас пройдем. Это, ребят, не от нас, тут игра просто кривая немножко. Так, окей. Или мы кривые. Все делали так же. Один раз прокатывается, другой раз нет. На. Son of a bitch! Ты меня уже задолбал потереть. Captain, we're out of time! We gotta go! Я в попу треснулся. Пошли. Всё, ты уже? Да, я тут нормально. Есть контакт. Ушёл? Ладно. Да, да, да. Саня? Да бегу, 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 бегу. Есть. Фух, есть. У меня нету, всё, это Саня. Ты чё, упал? В смысле? Я вижу... Саня, ты чё-то... Должен нажимать? Не нажимать, нажимать, нажимать! Ты думаешь, я удержу, блин, эту хрень? Давай залезай! Да залажу, это же не от меня зависит, это quick time event. О, у меня палец мой. Спасибо, говорит капитан. Это не я, это так и сделали. Какой смешной звук будет на записи, наверное. Ой, ладно. Ты ж перелетел. Блин, нет, опять! Нет, у меня нету выносливости! Саня, успевай. Сука, ты сын. Саня, ты очень далеко от меня. Саня. Да что тебе? Я могу стрелять в него. Все. Успел? Думаешь, ты успел? Успел, успел, успел. Я забежал в этот момент. Фу. Да. О, слава богу, а. Да выследите вы в него гранатометом. О, нет, он залез. Ну чего сюда я? Стреляй ему в руку. В ногу, в жопу, куда не стреляй уже. В руку. Ё-моё. У меня сломана рука, Сая. Да у тебя там проткнута она нахрен. Все, у меня жопа. У меня нет руки, Саня, все. Это жесть. Я что, один сейчас буду? Ух ты, чё ты? Чё меня сжимать? Твоя мама. Ты что не делаешь вообще? Ползу. Я не могу ничего делать, Саня. Всё, от тебя зависит. Я ползу. Без руки, да? Без руки, фу! Ты хочешь себе вирус вколоть, что ли? Саня, что ты делаешь? Прекрати! Я взял херотень какую-то. Ты вирус взял. Что мне делать? Что мне делать? Вкалывай. На! Чтобы выжить. На! Ой, я короче, с тобой сейчас буду драться, я понял. Все очень плохо. Это я? Напад. Мне вообще Леона показывал. Сейчас у меня рука вылезет, да? Ну, по-любому, да.
Ты его что и управляешь, давай. Хорош. Выбирайтесь, Саня, погнали. Че? Просто уходите. Так я ухожу, я-то бегаю, знаешь, как инвалид. Как бы я инвалид же. Че? Нам просто так не выбраться, я понял. Он опять регенерировал, я в шоке. О! Что если у тебя... Я могу стрелять. Нам надо его убить. Иначе мы дальше не пройдем. Ты там со своей рукой, ты должен вообще его разматывать. Да блин! Это ты так его молнию? Да, шарашил? Да, да, это я шарашу его. Хорош. Ну, вот это было плохо. Тебе надо сердце надо его. Давай, давай. Во-во-во-во-во, Саня, давай. Патрончики. Подожди, я отбегу. Ну что, не подобрать, тут можно жить не помеху, да? Где он? Ну вон меня бьет. Ой, он меня потащил, сейчас Саня. Сейчас у него жопа будет. Я убежал? Нет, не убежал. Все. Короче, нельзя попадаться вообще ему. То есть мне даже не было этих. Да, да, я понял. Просто меня. И все. Блин, я немножко не понимаю. Мне нужно его замораживать, да, получается? Ты ему сердце стреляешь. Наоборот, по-моему, когда он обнажает. То есть сначала стреляешь, он обнажает сердце, и ты тогда в него должен, наверное, бомбануть молнией, нет? Вот я не знаю. Я его просто когда стреляю молнией, он просто останавливается. Видишь? Вижу. Патроны у меня. Прости, Саня, не смог помочь. Блять, попал. Сволочь. Полное здоровье, как у нас опять. Это вообще посрать, он меня поймал. Ой, сейчас все, фанат. Не, не. А, если освобождаешь, короче, то... Я тебя освободил. Вот сейчас, Саня. Смотри, он разделился на две части. Видел? Я вообще под ним лежу. Я вообще ничего сделать не могу. Я под ним лежал. А, он замерз. Он замерз. Стреляй вот сейчас, Саня. Стреляй вот сейчас. Во-во-во-во-во. Давай, вот сейчас. У тебя перезаряд, да? Да. Ну не перезаряд, у меня это... Он замахивается. Все, нет. Да, сейчас. То есть я, кажется, понял. Ты его заморозить, да, должен? Ну, он замораживается. Он заморозился! Он заморозился! Долблю! Помогло? Не достаю его. Во-во-во-во-во-во-во! Сердце вылезло. Долблю! Давай! Еще раз замахиваюсь! Долблю! Эй, не попал. О, ничего себе, он бомбит. Долблю! Ну, какими-то снарядами станет. Долблю! Короче, я уже не знаю, что с ним делать. Не, сейчас пока не надо, Сань. Там надо дождаться сейчас момента. Я говорил, что он долбит снарядами. А музыка еще играет. Все, Саня, лег, Саня. Да я лежу сам, подожди. У меня этот дом перед прошоком. Да сволочь. Ну все, спряталось, я не знаю. Куда стрелять? Я убегаю. Блин, попал.
Да, блин. Там живой. Патронов вообще нет. У меня жизни почти нет. Я давай побегу, у меня восстановится жизнь. А, они у тебя сами восстанавливаются? Угу. Ты вообще монстр. Сейчас, я подожду, ладно? Давай, давай. У меня только две было просто. Сейчас, я тут уголочек. Я его отпеку пока. Блин, у меня такая рука страшная. Фу. Что это было сейчас? Это меня бьют. О, помочь? Все, он меня поймался. Все, хана. Я помогу. Не, он не поймал меня. Я вырвался. Ну давай быстрее уже. Мне кажется, им уже посрать на мой электрошок. Да надо вовремя просто, Саня. Когда... Когда он вот уязвим. Вот во, сейчас. Во, он разглядился. Сейчас, жди. Вот, вот сейчас, да? Нет. Сейчас его снять надо, вот эту вот хрень. Вот сейчас. Вот видишь, сердце лежит. Да, да. Долблю. Давай. Во, хорош. Еще раз. Долблю. Все, у меня снять патроны. Долблю. Или мы все-таки что-то неправильно делаем. Я не знаю. Патрончики бы мне. Он сейчас опять стреляет. Он замерз, да? Да, вот. Вылазит опять. Он рождается заново, что ли? Ну. Что-то мы не так делаем. Я не знаю, о чем дело не так, но у меня нет патронов вообще. О, ящики нашел. Ко мне. Ну, Крис закричал, это наш шанс, когда вот он был заморожен. Я не знаю. Ну, мне харкается. Мне жизнь восстанавливается. Эти штуки разбиваются, из них патроны, по-моему, выпадают. Что ты ему зарядил? Только толку я не вижу. Да, слушай, патроны падаются. Да? Да. Это для меня. Давай я тебя разбивать буду. На меня напал. Понял. А ты можешь целиться или он просто сам стреляет? Я целюсь. Во-во-во-во. Нет? Все, у меня опять нет патронов. Я немножко не понимаю. Я его ножом бью сейчас. Я сейчас сдохну. Я вижу. Иду к тебе. Да мне уже эти таблетки твои не помогают. Да там не таблетка. Просто да ударил по. Я ж прикалываюсь. Сердце. Какое сердце у меня, блин? Наверное, уже многокамерное. Давай. Что делать? У меня есть патроны. Я не понимаю, что здесь делать надо. Просто не понимаю. Ну, логика игры, да? Вроде как мы просто должны дождаться, но задача именно убить его. Может, тебе в сердце ему надо стрелять, блин, нет? Потому что от меня толку вообще нету, как я смотрю. Так, ладно. Перезаряд. Ящик я тебя разобью, короче, пока. Отлично. Вот сейчас мне нужны умения. Да, 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 в конце, блин. Так, не нас обоих.
Да ё-моё, мины же еще. Да когда? Да. Я так устаю, он меня валит. Да ты полез опять. Слушай, он наверх не лез. Вот сейчас что вот с ним происходит там. Ну хер вот сюда. Да как так? Вот я увернул. Ну-ка, Сайю не трогать, сволочь. Ты видел, как я увернул? Да. Последний момент. Сай, отходи, отходи, отходи. Во-во-во-во-во-во-во. Сейчас долбить. Рано. Ну сейчас, давай. Так я замахнулся. Долбить? Да, да, да. О. Вот сейчас он орёт, видишь, наш шанс и бой. Да. Долби в него, вот в эту сердечко грёбаное. Я, главное, сквозь него у меня проходит свет. Это очень странно, но это так. Чего себе мне подарочек и дали. Зелёный, красный траву. Вот, может, мне сейчас надо в него стрелять? Вот когда он замерзает, да, ты стреляешь, потом... Блин, опять он вылез. Надо убить его, пока он в коконе. Так вот, я не успел в него стрельнуть, что ли? Блин! Сейчас ждем до кокона опять. Да чтобы он появился, что нужно сделать? А ну и в него пострелять в сердце. Ёбал. Вот сейчас. Он разделился, нет? Нет. Вторая половина сердца. Во, во. Все. Жди. Жду, жду. Потому что я подойду сейчас к нему. Вот ты его разбиваешь. Где второй? Все, вот второй кусок должен сейчас коп. О, вот что мне делать-то надо было. Надо было побежать тебе, ё-моё. Господи. Еще давай. Не могу. А, ну все, теперь понятно. Собственно, понятно теперь. Вот сейчас, давай. Ай, рано. А там толку, мне кажется, нету. А, ну да, он наверху. Я, короче, откажу. Ох, я увернулся. Админ. Да-да-да. Теперь от него. Давай. Надо дождаться, пока он вниз прыгнет. Нет, Саня. Подожди. Во-во-во-во-во-во-во. Да ё-моё. Отходим. Есть. Есть? Сейчас он оу! Забирается. Саня, быстрее, давай, убирайся. Я понимаю. Давай. Я подбегу, может быть. Я подбегаю. Я. Ты можешь? Да. Хорош. Я ножиком. Все, нет, еще одна у него частичка осталась. Мне кажется, три раза надо так сделать. Да. Сука. Ладно. Он опять, блин. Там бесполезные. Да я знаю, я так для себя. Для самоудовлетворения, да? Да. Так а что просто стоять ждать? Сейчас он что-нибудь еще новое придумает, блин. Бесконечно, у тебя все равно. Молнии. Ты там живой? Ну да, у меня все жизни. У меня много таблеток, если что. Что, тебе он подарок слезает? Подарили? Нет, он какашками стреляет. Вот, слез. Где он? Одна есть. Сволочь! Нет. Есть! Все? Сейчас он соберется, жди, Саня. Он сейчас лопнет! Вот, собрался, давай. Бегать по нему молнией. В смысле? Рано, что ли?
Нет, я не попал просто. Давай еще быстрее. Во-во-во-во, где? Вот она. Да. Все. Он сейчас со мной разбираться будет. На, сволочь. Ооо, давай, 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 палец, палец, палец. Фу, еще. Сволочь. Таня, я не знаю. Может, ты должен что-нибудь сделать? Нет. Ножом почему-то бегу. А во. Наконец-то. А мой палец. А мои пальцы. Ты тоже сейчас жмешь, да? Нет, я кручу, верчу стиками. А у меня буква А была жала. Все, мы вырвали у него сердце. И чё, я сейчас мутантом буду, ты должен меня убить? Ну, это вообще будет, блин. Ты где вообще? Да я рядом с тобой стою. Я не мог камеру повернуть. А что, правда, с Пирсом-то будет? Я не знаю. Пирс, come on, just stay with me. You're gonna be okay. I'm sorry, Captain. I did it. For the BSAA. For the future. I know. Did a real good thing. Но мы думали, он будет в следующей игре. Да. Замена не получилась. We're both getting out of here. Right? Какой у меня красивый класс. Let's go. Бррр, меня ж мурашки бросило. Все-таки решил уходить с ним. Ну ладно. Блин, мне так-то им неудобно управлять. Ты меня это... Че, толкнул? Когда прикасаешься ко мне, да. Тебя бьет током, да? Че, реально? Ну да. Жизни не убавляются, но так, отстраняется. Я какой-то силач, короче, Сай. Я двери, которые надо было вдвоем открывать, так, я открываю. Естественно, у тебя суперсила сейчас. Это я сейчас буду разбивать, конечно, бежать. Да, ты должен разбивать. Шеф, дайте во прыжок. Ладно ты, но я-то как отрыгаю. Давай, давай. Я ничего не могу нажимать. Серьезно? У меня нет патронов, знаешь? Серьезно? О-о-о. Это мой друг. Это мой друг. Блин, друг. Что, принял? Я пытаюсь ножом как бы резать его. Я вообще не понимаю, что мне делать там. Да разбить вот эту штуку как-то надо, Саня. Ну-ка, дай я сейчас херах. Он меня задолбал. Ну вот, наконец-то. Погнали. Бегу, да блин. Ну, теперь-то понятно, как это делать. Че с камерой? Ты что там лежишь? Я ползу, он за мной ползет потом. Сай, отходи. Дай. А ты резал, да, ее? Ну, я пытался, да. Давай. Твоя работа. Баба! Так-то жопа. Там живой? Я да. Ну как сказать, наполовину. Ой, капец, блин. Я половину вырастил живой. Вторую руку, а? Прикинь так, был инвалидом, хоп, все. Да лучше уж, блин, инвалидом быть, чем... Ой. Такая электрическая рука. Ну да. Электрика, пошел устроился. Без приспособления можно. Да будет свет. Все. No, you're gonna be okay. We're almost there. Рука-то все больше и больше. Мутацию не остановить. Я не знаю, на что Крис рассчитывает, серьезно. Что этот чувак спасет? See that? We'll be out of here in no time. Нет, я не вижу, что мы практически выбрались. А, капсула. Вот они как решили выбраться, точно.
Офигеть. Господи. Сейчас вторая рука походу растет, нет? Here we go, Pierce. We're getting out of here. Я бы с ним в капсулу не полез. Все правильно делает. Ну вот я и помер. Да. Замены не получилось. Значит, мы Криса увидим в 7-й части. Печально закончилось. Или еще не закончилось. Ёп! Да ладно. Ну и театр. Не, ну я-то сдох. От меня, с меня вопросов больше нет, да? Да. Ко мне вообще никаких претензий и вопросов. Ты что тут творишь? Это ты, это да? Это я! Все. Я ничего не нажимал. Расщепил на атоме. Разлагается как... как будто у него не тазер. Да, а у нас все выживали, кроме вот Пирса, получается. Печально, блин. Так-то печально. Такая капсула посреди открытого моря. Я не знаю. Ага, и открывайся, да, в открытом море. Правильно, да. Правильно. Все правильно делаешь. Ну, либо сейчас кто-то его поймает, либо он умрет с голоду просто, я не знаю. Зачем ему он это? На сушке. Пафос Америки, как всегда. Ну. Без ей там все дела. Да, кто-то летит. Это, наверное, Ада. Леон. Нет? Ада, думаешь? Да мне, я вот честно не знаю, кто. Сейчас посмотрим. После титров, да? Никто. Не, после титров уже там обычно. Тут пропустить можно. Да, давай посмотрим. Меня всегда бесит игры, которые после титров еще что-то есть. То, что ты уже прощаешься со всеми, а потом бах. Это да. И что-то есть. Запись выключила, там еще что-то. Нет, ребят, мы вам все покажем. Сейчас посмотрим. Крис опять бухает, что ли? Бухарик. Короче, до 7-й части. Нет, не бухает. Ест мясо. Какое мясо-то, блин. Картошка, главное, такая. Ух, деревенская. Так, брокколи и морковка, что ли? Какой у тебя рацион, Саня? Раздельное питание, все дела. Парень без нашивки. Новый напарник. Captain. We've received new orders. Точно. Да нафиг, я бы не пошел. После столько потерь. Ой, своих... еще с первых частей вообще там. Если вспоминать. Это вообще жесть. Там Крис уже через такое прошел. Ну, ему уже посрать, видимо, да? Ну, капитан. Да, вот, видимо, в 7-й части будешь играть ты вон за того парня. Вон за того парня. Блин, я думал, я буду за Пирс. Resident Evil. Секс. Ну что ж, ребят, мы прощаемся с вами до, не знаю, до Нового года как минимум. С этой игрой. А оп-сезоны будут скоро. Меня спрашивают.
Да. До выхода 16 запишем все равно. Ну что, конечно. Сань, что ты скажешь об этой компании? Блин, вот, ну, блин, мне даже сказать нечего. Я сдох. Эпичность зашкаливала тут, по-моему. Да. Но больше меня, блин, то, что я сдох. У нас по 5 смертей, видишь, одинаково. Какой? У меня пожизненная смерть. Пожизненная смерть. У меня бесконечность надо было тут. Как это звучит? Как это звучит? Ну что, длиннейшая серия будет у нас, но выйдет она вот-вот-вот. И после нее не будет больше очень долгой серии «Обитель зла». Там две компании у нас осталось. За Шерри и Джейка, и за Аду и безымянного солдата. Я буду безымянным пальцем. Всем пока, ребят. Пока-пока-пока.